Всем привет! С вами я, Олег Карцев, из Белоруссии. Но сегодня мы в Японии. Находясь в Токио, удалось сравнить два магазина, где продается винтажная японская аудиотехника. Хардов на Окинаве и Хардов в столице. Цены на порядок выше. В Disc Union мне не удалось попасть из-за погоды, потому что начался сильный ливень. Вот. А этот магазин сосредоточен по целому кварталу. Вот. И третий корпус, где продавался тяжелый рок, я туда просто не смог попасть. Да? Вот. Поэтому сейчас я нахожусь на Акихабаре. Хорошая погода. Вот. И я решил посетить местечко, которое называется Heart of, где тоже продается и винил в Токио, и винтажная аудиотехника. Обана. Ирасшаймасе. Ондис ва ёукосо ва Хардофе. Хардофе ва гакки, одио, телеви ни пасокон, кейтай дэо ни сматофон, геймки, геймсофто, когу надо го фу ёни датта моно ва хабахироку кайтори штемасу. Омочи итадайта ошинамоно ва стаффу га иттен иттен синсец тейнэй ни кайтори итасимасу. そしてハードオフがお買い物でも最高のワクワクを探していたあの商品昔懐かしの一品店内商品全てが一点物ですケンブリッジアウディオ思いがけないあなただけの宝物との出会いが僕の作品をいつまでお楽しみくださいハードオフ is your dream place お、здесь то что надо 探していたあの商品昔懐かしの一品33000за Fostex, ё-моё, вот такую штуку я бы взял бы. Побитый, но дорогой. Маранцы упаковочки. Надо их как-то, Виктор записалась. Сансуй за 150, очень хорошее состояние, 22 тысячи. О, вторая серия. Усилители, тюнеры. Поинтереснее, чем на первом этаже. Вот эта машина. Она стоит, конечно, хорошо. Джерар. Серьезно, брат. Нашелся. Мертушечка, да. То есть, el power del puerto? С тем, который был на Окинаве, тут что-то совсем слабенько. Он, в принципе, весь винил, который тут представлен. DVD, CD. Кассеты. Это максимум.
выбор явно не тот. Это Акихабар. Понятно, что тут завинил. Оба-на, кис. Это же какой-то серьезный, двойной, толстый. Гарри Мур. Здесь тоже есть какой-то винил. Давайте пороемся. Что-то японское. Оба-на. Даже граммофонные пластинки есть. Тяжеленные. Ожидал увидеть в японском исполнении, но только не фильм «Интердевочка». Смотрите-ка. Повод еще двойной альбом. Ё-моё. Все песни на японском. Есть «Волом из кадра» живи. Ну, на всякий случай сниму. Чтоб не так расстраиваться, если не купил. Головой подаются. Что-то интересное. Когда живем, это Ташиба не видел. Ну вот аппаратик 11 000 йен, да, может быть 10 000 йен, да, это порядка $70 стоит. Ну, состояние косметики, конечно, не очень. Недорого. Здесь подороже. Чем выбор небольшой, на Кинаве круче. Большая комиссионка, но в Японии с аппаратурой. Таким был мой визит в магазин Heart of в Токио. В принципе, все намного дороже, чем на Окинаве. Здесь ценники совсем другие, здесь очень дорого. И пластинки здесь тоже в два раза дороже.
был я, Олег Карцев, из Беларуси. Мы были в Японии. Подписывайтесь на мой канал и обязательно лайкайте.